Новый детский сад на 260 мест, расположенный на улице Дальневосточной в Петропавловске, посетил глава края Владимир Илюхин. Губернатор высоко оценил проведенные работы по строительству дошкольного учреждения. Сейчас в детском саду формируются группы и педагогический коллектив. Планируется, что уже в этом году дошкольное учреждение примет 4 группы ребят в возрасте от 1,5 до 4 лет. Начнем мы функционирование и уже работу с детьми с 1 сентября. Сейчас идет комплектование. На данный момент уже зарегистрировано 150 воспитанников разных возрастов. По комплектованию педагогического, а также учебно-вспомогательного персонала, то есть все идет в плановом порядке. И к 1 сентября полный штат будет укомплектован. По итогам своего визита Владимир Илюхин поручил рассмотреть возможность обустройства сквера и дополнительных парковочных мест на прилегающей территории. Или вы сейчас тогда решаете, значит, все это передавать их детскому саду и эту площадку делать стоянку для детского сада? Тогда это будет оправдано, иначе все будет жителями занято. Сюда родители не смогут попасть. Напомним, что здание нового детского сада состоит из 5 блоков, соединенных переходной галереей. В одном из помещений предусмотрен бассейн, а также музыкальные и спортивные залы. Сад оснащен современной системой отопления и укомплектован датчиками погоды. Добавим, что за последние 7 лет на Камчатке построены 6 новых дошкольных образовательных учреждений. Это позволило дополнительно принять в детские сады свыше 1000 малышей. Так, в ближайшее время возведение детского сада на 150 мест начнется в Карагинском районе. Кроме того, в настоящее время ведется работа над проектами по строительству дошкольного учреждения в селе Соболево.